Привет, Захар в ванной вытирается. Одела ему комбинезон Лесси мембранный. Пипец, и чё вспотела. Вот, сынок. Так, нам пришла посылка, мы ждали книгу. Сейчас посмотрим. Как хорошо запечатали. Можете мне. Пароля. Не сошли, я вот эти пупырышки уже лопала. Твой пакет почтовый. Это книга. Книга про козленка. Такие листочки. Вот, посмотрите. Потри и понюхай ель. Ель. А мы гадали, думали, что будет пахнуть козленком. Волшебная книга с 12 ароматными картинками. Здесь вот еще какие есть книжечки. 2009. Козлик Чарли в швейцарских Альпах. Волшебная книга с ароматами. Ну что ж, открываем. Все запечатано. Все абсолютно запечатано. Вот. Классно. Я когда проткнула целлофанчик, вот этот, уже пошел аромат с книжек. Доктором Момом, звездочкой пахнет. Сахара, день рождения как раз. И вот такой подарок нам пришел. Вытягивай. Вытягивай. Держи. Молодец. Достали. Подожди, сынок. Захару нравится, я уже вижу. Оттёшь кверх ногами. Как читать эту книгу? Дорогой малыш, потри... Дай маме. Потри пальчиком большие картинки и понюхай свою руку или страницу, чтобы запахи не перемешивались потом следующую страницу другим пальчиком. Обалденно. Нюхай. Класс! Горный козел. Фу. Валерьянка. Валерьянка, как пахнет. Классно, я обалдею. Ну, по-моему, на валерьянку. Вкусно? Вот крот сидит. Ежевика! О, аж чихнул дитё. Ежевика. Угу. Как журнал Avon прям. Потри, как мама. Нюхай. Нюхай. Кедровая сосна. Где её? Да. Иба. О, классно, давай. Нюхай. Пещера, как же пахнет пещера. Фу. Вонючка. Черный кокушник. Кокушник черный. Кто это? Я не знаю, кто это. Фу. Прям как какая-то конфетка. Еловый лес. Вот это по-нашему. Вкусно. Так что, девочки, можете заказывать. Ссылочка останется. Останется снизу.
А что ты кверх ногами-то открываешь? Ты прям как я не знаю. Зось. Так, черный кокушник. Кедровая сосна. Дай мама понюхает. Как вкусно пахнет. Как же вкусно пахнет. Понюхай. Пещера. Как пахнет пещера? Как мужской одеколон. Вот какой-то черный кокушник. Ой, напоминает какую-то конфету. Козлик. Как же пахнет козлик? Фу. Как козлик, наверное, так пахнет. Это у нас рыбка. Как пахнет рыбка? Водичкой. Еловый лес. Классно. Хорошая книжка, обалденная. Обалденная. Козлик Чарли в швейцарских Альпах. Швейцарский бестселлер, 12 ароматных картинок. От автора Роджера Ринера и Патрика Мэтлера. У самой книжки еще вот такой вот пеналчик есть. Так что вот так вот. Понравилось? С днем рождения, сыночек. С днем рождения. И густыми лесами приглашаю тебя к незабываемому путешествию. Фрайберг Керп. Это настоящее чудо в самом центре Кантона Гларус. Только, пожалуйста, будь внимателен к окружающей природе, береги ее. Вот. Роджер Ринер – это инженер-проектировщик, а Патрик Мэтлер – учитель младших классов. Как читать эту книгу? Дорогой малыш, потри пальчиком большие картинки. Чтобы запахи не перемешивались, потри следующую страницу другим пальчиком. А в правом нижнем углу каждой страницы с большей картинкой написано, какой запах здесь прячется. Например, на этой странице ты почувствуешь запах жевательной резинки. Аромат распределен по всей поверхности страницы. Если многократно тереть страницу в одном и том же месте, то запах ослабевает. Да. Резинка жевательная. Захар не хочет нюхать, ну маленький еще. Классно. Так, страницы такие. Ну что, однажды ясным солнечным утром козлика Чарли внезапно разбудили, оторвав от сладких чудных снов. Над ним склонился могучий горный козел, который больно толкал его своим копытом в бок. Чарли недовольно протер глаза. Он хорошо знал этого козла. Это был Фредди, самый неуклюжий и неотесанный из всех горных козлов. «Доброе утро, Фредди! Что ты здесь делаешь и почему ушел так далеко от дома?»